Государство заботится о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. Записано в 21 статье Конституции СССР. В Весертском леспромхозе идет испытание новой лесозаготовительной техники. И вот первые результаты. Осваивая новые машины, бригада Первомайского лесопункта, например, вдвое повысила производительность труда. Здесь стало возможным уже сейчас в два раза сократить число работающих. Новая техника позволяет полностью механизировать труд лесорубов. Скоро не будет такой профессии – лесоруб. У пультов новых машин – операторы. За этой техникой – будущее.